Ну все, сейчас пробьем это все и расскажем вам, что почем, как вы хотите с мячом. Был ли смысл ехать сюда? Может, затариться сразу надо. Короче, мы потратили, купили много всего нужного. Но купили много, чтобы не так скучно было карантинить. И да, теперь нас еще ожидает поход в 99 центов. Дело в том, что Пасху никто не отменял. Перед Пасхой придет кролик и оставит много сладостей. Охота на яйца. И будем сидеть дальше на карантине. Так что пишите ваши комментарии, подписывайтесь, рассказывайте, чем вы занимаетесь, если у вас карантин. И увидимся в новом влоге. Всем привет! Вы на канале Нашей Жизни. New Life is my life. В общем, мы приехали в Sam's Club сразу после Костка. Это Антоши. Клубнику Катарине, Антоши крабовые палочки. А что за салат взяла, я не вижу? Я поменяла на тот, который мы больше любим. А, на более крупную капусту, да? Пойдем. Короче, свинина, говядина, все в ассортименте. Фарши кому надо, всего хватает. Креветки и всякая остальная фигня. Так, а ты какое мясо хочешь заказать? Тилапию давай возьмем. Она сочненькая, правильно? Такая пачка хорошая. А сколько стоит? Какая-то она хорошая цена, да? 10.48 за 2.62 за ЛБ. Вот так вот, скажем. А здесь получается 4 ЛБ. Ну, отлично. И цена хорошая, и рыба отличная. Красную? Зайка, ты только морозилку нашу планируй, чтобы мы ее хотя бы на скотч могли закрыть. В общем, мы когда делаем такие закупки, бывает морозилку закрыть сложно, и мы ее закрываем на скотч, чтобы она не открывалась. А, куриная грудка немножко подорожала. Брали по $1.40 ее раньше, сейчас она стала по $1.70. Ну, возможно, либо производитель другой, либо немножко цена поползла. Маришка решила купить хвост питона. Кстати, он подорожал или нет? Нет. А? Нет? $1.58. Как был, так и остался. Ну, бери вон тот дальний. Почему? Потому что его никто не трогал. Потому что эти белые сверху, а тут красные. Да, чем-то. Сколько этот хвост стоит? $11. $11 вот за такой вот хвост питон. О, это пакет хвост. И пакеты сегодня какие-то не хотят открываться. Ты еще и такого хочешь зацепить? Да. По $1.87 это типа стейков что-то, да? Ну да, я выведу. По $1.47? Ну, отличная цена. Дешевле курицы. Может, два надо взять или не влезть туда? Вот этого хватит. Хватит? На первое время. С собой. Тирамису. Смотри, какой интересный. В маленьких стаканчиках, зайка. Вот прямо перед нами. А, прикольно. 9.98, 12 штук не будем брать? Нет. Чего? Не хотим? Витя. Что, в воду пойдем посмотрим или да вообще не считаю, будем брать? Сейчас нужно только взять вкусные водички, чтобы Карина. Я думаю, не надо ее брать. Конечно, да, нету вкусной водички и. И никто ее не любит. Тоже сейчас не берем, Сережа. Нет, зайка. Зайка, сок давай кинем. Ну как достаточно? Мы же собираемся месяц не ходить. Поэтому два сока я беру. Опа! Два сока. На сок цена не изменилась. Соки взяли. Пойдем какой-нибудь грызло закупим здесь. Раз там не получилось, да? Вот эти чипсы есть, смотри. Ага, эти чипсы острые, мы не хотим. Пойдем нутеллу смотреть. Чем мы будем по одному ходить, что ли? Пошли, посмотрим. Нутеллу. Нутелла в Sam's Club, блин, по мега завышенным ценам продается. Есть
Может, это была другая нутелла, которая с палочками с этими. Или ты думаешь, это от этой места? Блин, нутеллу разобрали. Без нас. Так, подожди, мы хотим грызло купить еще здесь. И конфеты. Ну, так вот сюда и выйдем сейчас. Ну, в Сэмс Клабе, кстати... А сосиски давай посмотрим. В Сэмс Клабе, кстати, видишь, пустовато. Но дулсы, которые мы брали, вот здесь они, наверное, и были. Нет, это чили какие-то. Но там их не было. Ну, вот я думаю, они где-то здесь были, где консервы. Где были консервы? Консервов нет. Короче, Сэмс Клаб пока не заполнился. Давай, я пока не вижу какие. Пойдем, пройдем через этот ряд, нет? Или не будем искать? Я не теряю надежду сосиджи взять. Вон они стоят, наверное, зайка. Нет? Блин. Да, да, Сэмс Клаб немножко отстает от Костки. Пустовато в нем. Так, нашли чипсы, но цену я не вижу. Но берем, да? Да, да, берем. Так. Такой вот мегапак. А что у них с ценой, интересно? Почему я не вижу на них цены? 3,98, что ли? Да, это они, 3,98. А сколько их там? Почти 800 грамм. Хорошая пачка. Костка, правда, интереснее их покупать. О, вижу, там Маришка уже зацепила гранату. Эта банка чуть-чуть меньше тебя. Я говорю, эта банка чуть-чуть меньше тебя. Смотри, он Кнор нам такой не нужен, сверху стоит. 6,88 чизные шарики. Хорошее грызло. Так, такие мы взяли. Кстати, не помнишь, почему вот эти вот зацепили? Такая же цена. А, ну не знаю, вот эти, наверное, будем брать. Ну а вот, смотри, как здесь еще много чипсов всяких. 3,48. Чипсов много. Но я даже не знаю, хотим ли мы их. Дай посмотри, а что вот в этих чипсах, какой вес? Это попкорн... А, вон тот? Ха, интересно. Ну, не знаю, хочешь, можем зацепить. Попкорновые чипсы давай зацепим. Давай возьмем одну, попробуем. Вон те какие? Вот эти? Так, а мы, похоже, что-то взяли вот только что. Так, там же лежат, посмотри. Продолжаем движение. Зай, гумиберы не покидают надежды меня какие-нибудь купить. Это с другой стороны. С другой стороны. Тут, кстати, всякое сушеное мясо. В очень большом достатке, количестве и ассортименте. А вон еще я вижу какие-то кукурузные чипы. Надо посмотреть. Кстати, соленых орешков мы и тут не находим, да? Стоят, а ты их видела? Нет, не видела. Так в том-то и дело, что мы их вообще не видели никаких. Пока. Такой, решили зацепить еще вот такую баночку. 5,98 стоит. Жареные свиные шкурки. Сделаем, я думаю, распаковочку их. Хочу взять там, где меньше мелких. Все хорошие. Короче, я думаю, что если не поленимся, то сделаем распаковку. Очень вкусная, интересная фигня. Так, ну и добрались мы снова до конфет. Хершис на доллар дороже, чем в Костка.
кисосы тоже бывают по 10 долларов. Вот такой микс мы тоже взяли дешевле в Костко. Ну и что? Ничего тут хорошего нету, да? А, ищем Скитлс и Гумибер. Ну а так печенья всякого хватает. Всякого всего, всякого грызла. Да, там было та нутелла, потому что с палочками вот она стоит, зайка. Никому не надо. Нутеллу разобрали. И, кстати, здесь тоже сейлов, смотри, ни на что нет. Да? Гранатовый шоколад будем брать, нет? Не будем брать сейчас. Ну, мы и так набрали уже шоколада по самой, не балуйся. Вот Скитлс. Скитлс здесь в этих... пакетосах, в маленьких. Да, это... дозированные. Потом нужно ехать туда в Smart and Final. Поэтому сегодня, Антоша, радость встретить Монденс. Ну, наверное, да. А что так они не подготовились? А, ну так вот, все, цепляй. Все. 7 долларов в банку. Эти. И вот эти. А где они стоят? А, вон они стоят. Я 2 пакета беру. Да. По 7 долларов 12 центов. Вот такие прекрасные гумиберы. Нужно 2, зайка, потому что их кушают все. Поэтому... Опа! 2 так 2. И вот это один. Зачем нам это? Они любят это, помнишь, зайка, оно в Олене было. По 2,91, покажи какой-то. Ну в Олене, помнишь эти? Олени. У оленя нос был. Не помню, какой олень с каким носом. Новогодние олени, у него в носу были эти штучки. Короче, тебе тоже нравится? Понятно. Ну все тогда, наверное, ну, да? Давай, зайка, делай тебе. Я уже делать чек-аут, а паста и прочие дела, туалетная бумага, санитайзер, не едем брать. Пошли на кассу, я вижу пустую кассу, 10-ю. Она закрыта. Да нет. На ней написано сверху. Жалко. В какую поедем? В любую? В любую 12-ю кассу? Давай. Кстати, очередь сегодня в Сэмс Клабе вообще маленькая, пустые кассы вон, перед нами только один человек, а на самообслуживание мы не пошли, потому что у нас очень полная тачка, там типа до 10 покупок. Ой, да ладно, все там обслуживаются как хотят. Ну обслуживаются, у нас полная тачка, пускай лучше сами обслуживают. И мы не стали делать чек в телефон, потому что ходили, снимали, а сейчас переворачивать тачку, так проще на кассу подойти. Ну все, сейчас пробьем это все и расскажем вам, что почем, как вы хотите с мячом. Это мы сейчас с Сережей обсуждали. Перед нами... Может, в центр купим. Перед нами упаковывается мужчина, он купил 2 пачки чипсов, что-то по женской гигиене и воды, упаковку, по-моему. И вот мы просто рассуждаем, учитывая то, сколько наш губернатор, прям вот честно говорю, любые новости открываешь. Учитывая то, что мы 20 минут стояли в очереди. Был ли смысл ехать сюда? Ну, понятно, по женской гигиене был, но... Может, затариться сразу надо было? Да, как-то мы не поняли. Короче, мы потратили 250 долларов, накупили много мяса, накупили много соков. Много всего нужного. Накупили много сладостей, чтобы не так скучно было карантинить. И да, теперь нас еще ожидает поход в 99 центов, потому что там пасхальные. Да. Дело в том, что Пасху никто не отменял. К Пасхе мы все равно готовимся так, как и раньше. И наш Антоша уже так, когда Саша про Истер Банни говорит, Антоша так смотрит на Сашу, ну, типа, я взрослый, я все понимаю, но делаю вид, что я тоже, типа, верю в это. А Саша очень верит, что в ночь перед Пасхой придет кролик и оставит много сладостей и всего остального. Поэтому... И они будут искать яйца, у них будет охота на яйца. Да, поэтому... Сашка сказал, съест много шоколада, сколько сможет, поэтому мы всего накупаем. И будем сидеть дальше на карантине. Так что пишите ваши комментарии, подписывайтесь, рассказывайте, чем вы занимаетесь, если у вас карантин. И увидимся в новом влоге. Пока-пока. Бай-бай.